Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я сделаю обзор на массажную ванночку для ног. Итак, начнем. У меня есть такая вот массажная ванночка для ног фирмы Babyliss. Вроде бы я правильно читаю. Если неправильно, вы уж извините, английского я не знаю. Покупал ее 3 года назад, примерно, сейчас уже точно не вспомню. У меня плоскостопие, долевое поперечное. Очень сильно болят ноги. Вот у меня стоячая. Я очень много стою. Работаю продавцом. Вот, и приходится много стоять. Я все искал варианты, как бы мне сделать так, чтобы ноги мне как бы болели меньше. Вот. И нашел такой вариант. Вот массажная ванночка. Туда вот кладутся ноги. Заливается вода. И происходит такой вот массаж. Пузырьковый. Вибрационный массаж. И ноги ваши отдыхают. Вот я вот минут 10 после работы туда вот ноги сую и сижу. Конечно, это невозможно каждый день делать. Каждый день я так не делаю. Но вот она мне помогает. Вот решил вам тоже показать. Может, у вас тоже проблема с ногами. Если у вас есть возможность, можете приобрести вот такую вот ванночку. Конечно, не именно такую, можете другую. Они все, в принципе, одинаковые. Вот. Что входит такую вот именно в такую ванночку? Значит, количество режимов работы у нее 3. Это вибрационный массаж, пузырьковый массаж и совместный. Ну, как в принципе я вам уже сказал. Вот, то есть можно включить первый режим, вот он, потом второй, а это уже третий, то есть совместный. Комплектация. 3 вращающиеся насадки. Это вот здесь вот. Сейчас я вам покажу. Это у нас идет пемза. Вот так вот. Раз. И когда в сеть включается ванночка, нажимается пяткой вот так вот, и она крутится. Ну, я вам сейчас покажу. Потом, значит, входит вот такая вот насадка. Это для глубокого массажа пятки. Потом идет новая насадка, кисточка. Вот идет. Потом идет, значит, 2 пластины с люфой. Люфа — это вот мочалка. Вот так вот делаю. Снимается и пятку моем. Я пользовался 1 раз, что-то мне не понравилось, и больше я не пользовался. А что такое люфа? Откуда она берется и что с ней делать вообще? Люфа, она же люфа, луфа, это растение семейства тыквенных, которое растет в тропических и субтропических регионах, например, в Китае, Индии, Крыму, Африка. Внешне люфа похожа на большой длинный огурец и может достигать 5 метров в длину, за что и получила прозвище бешеный огурец. В основном люфа используется в качестве натуральной мочалки. Вот. Эту информацию я с интернета скачал. И еще есть 2 ролика массажных. Вот. Ногу когда кладу, вот так вот кручу. Аккуратненько, чтобы вода не вышла из берегов. И вот такой получается массаж. Ну, вроде бы все. Все я вам показал. Сейчас я вам покажу, как она работает. Залил я воду. Теплую водичку. Подключил сеть. И сейчас будем включать режимы.
Первый режим у нас это вибрационный массаж. То есть вот раз и вибрация такая. Шумит она не громко, в принципе. Не раздражает звуки. Так, второй режим. Вот так вот получается. Красиво. Тоже режим не шумный. Ну, конечно, немножко шумнее, чем первый, потому что это воздух, все такое. Воздух гоняет. Не шумная ваточка. Есть еще шумнее, подешевле которая. Это стоит примерно 5000 рублей сейчас. Раньше стоила она дешевле. Да, потом идет совместный режим. Вибрация и пузырьковый массаж. Вибрационный и пузырьковый массаж. Так, теперь я засуну ножки. И вот так минут 10 можно сидеть спокойно. А, кстати, производство, я так понял, Китай идет, а фирма французская. Этой ванночки, да. После такого массажа можно намазать ноги ножным кремом или каким-то другим кремом. А также еще можно ванночку посыпать специальной солью. Она идет специально для ванночки. Так прямо они и пишут. Морская соль для массажных ванночек. Обычная соль, она сюда не подойдет. Я уже пробовал. Хорошо. А, я забыл вам показать эту штучку. Так вот нажимаем. Сильно нажимать не надо, иначе накрутиться не будет. Я вам все рассказал, показал. Вроде бы все. Друзья, обзор закончился.
Надеюсь, вам обзорчик мой понравился. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!